замораживает организм. 57-летняя Андреева раскрыла секрет молодости. 57-летняя телеведущая выглядит на 20 лет моложе. По словам Екатерины Андреевой, некоторые думают, что она спит в холодильнике. «Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать», процитировала звезда в своем инстаграм графа Калиостро. Между тем в шутках про холодильник оказалась доля истины. Екатерина Андреева, делясь с подписчицами секретами сохранения молодости и красоты, рассказала, что очень важно регулярно охлаждать организм, замораживать его. Звезда советует спать в прохладной комнате, зимой чуть-чуть приоткрывать окно, давая морозному воздуху проникнуть в помещение. Обязательно принимать прохладный и контрастный душ. Детей не утеплять чрезмерно, им это вредно. В холодную воду после бани заходить так. Меня швейцарцы в горах научили, чтоб не было неприятностей. Сначала до колен ноги облить, потом руки до локти, потом область сердца и только после этого входить в холодную воду. А вот воду ледяную, наоборот, не пить. Можно заработать спазм пищевода. Поделилась мудростью Екатерина Андреева. Внимание на экран. Очки подходят под мои наушники. Катрин, как ты? Просто космос, да. Нереальное чувство стоит на самой высокой ледниковой точке Исландии. Ждать новых гостей на вулкане. До свидания, мальчик. Также телеведущая опубликовала короткую видеозапись. В кадре она в сопровождении друзей летит на вертолете над исландским ледником, а после высаживается на него. Всем вам привет велел передавать. Сосульками звенел, трещинами своими улыбался и сердце свое всем открывал. Мол, думайте обо мне, чтоб я не растаял и радовал вас дальше. Написала Екатерина Андреева. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Это сухость алкоголиков. Исхудавшая Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры. Брошен и забыт. Будущее Крымского моста возмутило россиян. Бондарчука обчистили прямо во время съемок. Дома совсем другой. Дочь Глаголевой показала истинное лицо зверя. Овечкина. Органы изъяли. За что в Турции убили российскую красавицу Угадель? И многое другое.